28 ноября в Казанском федеральном университете состоялось открытие международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». На ней обсудили проблемы и возможности вузовских библиотек. Главной темой конференции стали пути развития. Спикеры предложили свои варианты модернизации электронных ресурсов российских организаций, в особенности высших учебных заведений. Конференция продлится до 30 ноября. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.